С 2006 года управляющей организацией в Десногорске является МУП «Комбинат коммунальных предприятий». А в этом году в компании новый руководитель. Андрей Чуравцов сменил на посту генерального директора Вячеслава Сидункова. О рабочих приоритетах нынешнего руководства далее в сюжете. Кипа документов и ежедневная корреспонденция встречает каждое утро Андрея Чуравцова на пути в рабочий кабинет. С марта 2020 года он стал генеральным директором МУП ККП. И с первых дней столкнулся с новыми задачами как для себя, так и для всего персонала. Вначале столкнулись с пандемией, которая как бы блокировала работу определенную там с апреля месяца. Ну, то есть у нас практически 3 месяца большая часть персонала работала на удаленке. Пережидать пандемию было решено основательной текущей уборкой в городе и оптимизацией внутренних процессов компании, которые напрямую влияют на качество сервиса. Первым с новым программным обеспечением познакомился отдел бухгалтерии. Мы перешли с Excel-ного варианта, перешли на автоматизацию больше. И, соответственно, это не нужно уже сидеть на калькуляторе высчитывать, а программа автоматически это все высчитывает. Это позволит минимизировать или полностью исключить ошибки в квитанциях жителей за коммунальные услуги. А оперативнее реагировать на звонки десногорцев МУП ККП собирается с помощью новой IP-телефонии. Она будет подключена ко всем службам организации. Рассчитываю, что все-таки на середине сентября мы ее уже полностью запустим, потому что тут немножко процесс перехода, он как бы не быстрый. То есть мы сейчас его внедряем в один из отделов наших. Пополнилась и материальная база – ветка дробилкой и роторной косилкой. Последняя установлена на тракторе и уже хорошо знакома жителям. В планах – покупка второй такой же косилки. Она работает на придомовых территориях, там, где требуется большой объем покоса. Соответственно, она проходит, большие площади прокашивают. Дальше у нас идут уже люди с триммерами. Все это напрямую влияет на выполнение главной задачи МУП ККП – поддержание города и его инженерной инфраструктуры в порядке и исправности. Как это реализуется на практике, Андрей Чуравцов проверяет лично в конце каждой рабочей недели. Каждую пятницу мы делаем объезды, соответственно, проверяем состояние придомовой территории, проверяем работу наших ЖЭО непосредственно в составе комиссии. Влиять на проводимые работы могут и сами жители. Пример – дом 11А первого микрорайона. Здание досталось новому руководителю в процессе затяжного ремонта подъездов. Завершить то, чего жители ждали не один год, удалось за месяц. В данный момент мы находимся в подъезде номер 4 дома 11А. А здесь был проведен ремонт, были покрашены стены, вот такой красивый цвет, побелено все. До этого здесь, конечно, было плачевное состояние. Благодаря неравнодушию жителей третьего микрорайона скоро решится и судьба площадки у дома номер 13. Заасфальтированный ныне пустующий участок можно адаптировать под спортивный объект. Будем рассматривать на следующий год, каким образом ее можно будет облагородить. То есть добиться результата, чтобы она не оставалась так неприглядная, просто площадка. В целом Андрей Чуравцов считает, что добиться прогресса в качестве услуг МУП ККП можно только при взаимодействии с десногорцами. Все для этого есть у нас. И желание, и люди есть, и техника, и все для того, чтобы выполнять эти задачи. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.